Мой обед на сегодня. Очень жарко, плюс 29 теней. Ничего не хочу, пожарила два яйца, сделала салатик огурцы с зеленью. Хлеб бездрожжевой. Вот сейчас пообедаю. Пришла с улицы, так что-то тяжко стало, занималась делами, но очень жарко, даже затошнило. Сейчас пообедаю, дела продолжатся. Вот и настало у меня время первых заготовочек на зиму. Несмотря на то, что сегодня еще май месяц, последние дни мая, но у нас такая жара в Ленинградской области, друзья. Ой, вообще сегодня на улицу выйти невозможно. Вчера вечером зашла в тепличку. Смотрю, у меня укропа опять в томатах. Просто вот если там ничего не высаживать, томаты, ничего, там будет сплошное поле вот этого укропа. Я его не сею. Это как-то единожды посеяла в теплицу, все, он теперь у меня там с самосевом. Там один зонтик оставляю, он кидает семена, и это самый-самый лучший, самый продуктивный укроп. Хотя у меня и на грядках хороший укроп. Вчера пришла, вытаскала все, несмотря на комаров, на злостных, срезала и помыла его, девочки. И вот так раскладываю на полотенечко. Немножко привял, но я подзадержалась там с другими делами. Мокрым раскладываю на полотенечко на ночь. Закрываю вот так еще одним слоем полотенца. И влажное, тоненькое еще вот так кладу полотенце. То есть для того, чтобы он полностью высох, и уже сухой укроп буду резать и закладывать на хранение. Вернее, в заморозку буду закладывать. Так что укропик у меня, ой, какой шикарный, посмотрите, прямо шикарный-шикарный. И еще редиску. Натаскала редиску, сейчас покажу. Крупную сыну отправила, а это себе уже такое, что помельче осталось. Ну, хотя, что помельче, у меня тоже крупная. У меня не бывает мелкой редиски. Это первый посев, все, вот это последний урожай первого посева. Там зреет тот уже та редиска, которая на 10 дней была позже посажена. Но она уже тоже фактически такая. Так, что буду делать, друзья? Все, беру свой укропчик и режу на досочке. Вот когда идет в заморозку укроп, можно вот до конца прямо не дочищать. Вот эти стволики, они тоже прекрасно замораживаются. И потом, вы знаете, когда вы будете добавлять какое-то блюдо, фактически не будут чувствоваться. А сегодня с утра пошла, думаю, надо укроп сделать. Нет, думаю, надо еще какие-то там дела поделать. Гербицидом прыскала вдоль забора, вдоль бани, ну, везде, вот за теплицами, там у нас очень труднодоступное место. Ну, развела гербицид и траву прыскала. Там крапива, всякие колючки, очень много хвоща. На участке стало просто немыслимое дело. Растет везде. И вы знаете, это большое заблуждение, что говорят, что хвощ растет только на кислых почвах. Ничего подобного. Хвощ, если он поселяется, хоть вы раскисляете почву, хоть не раскисляете, хвощ все равно будет расти. Это такая адская зараза. И еще у меня, знаете, что пошел пырей кое-где есть. Тоже мне надо от него избавиться. Вот здесь смотрю в хостах у меня, где хосты растут. Хостари сразу из дома выходишь. Но там я уже не могу прыскать, потому что они вышли. Хосты. И если сейчас я гербицидом залью, то все. Что я сделаю? Я сейчас разведу, налью этот гербицид в какую-то емкость, кисточку возьму. И кисточкой аккуратно вот эти все злостные пырей, хвощ, еще какие-то злостные сорняки буду вот так именно делать. То есть, когда я режу в заморозку укроп, я его не мельчу. Очень мелко не режу. Когда мало укропа было, знаете, я даже вот использовала вот эти ножки, то же самое, то есть в отдельный пакетик. И когда тушила мясо, вот там курочку, там еще что, ну, мясные какие-то блюда, я добавляла именно вот эти ножки. Сейчас у меня укропа много, поэтому я чуть-чуть порежу этих ножек, а остальное все буду сюда складывать в мисочку. У нас так непривычно для Ленинградской области 30 градусов жары в мае. Это вообще для нас нетипично. Для нас типично в это время в
куртках ходить. С мужем смеялись сегодня по телефону. 2 недели назад у нас еще за домом снег лежал. А сейчас не знаешь, куда деться от этой жары. Но зато хорошо подтянулись арбузы. Дыни хорошо подтянулись. Перчики уже вот такие маленькие висят. Что тоже радует. Помидоры цветут. Вчера ходила в одной теплице, где черри томатики. Пасынковала. Ножницами обрезала пасынки. И что-то так увлеклась, вы знаете, на хорошем черрике и макушку срезала. Не заметила как-то. Меня качнула или рука дернулась. Ну, срезала. Да ничего страшного, там есть пасынок. Выведу главный ствол на пасынок. И с него все пойдет, все будет хорошо. Вот такие у нас дела. Дождя нет, вообще нет у нас. Картошку мы посадили, почва была еще немножко влажная. Сейчас хожу, смотрю на огород, вообще просто все сухо, все. Никакие вот эти беготня с лейками, со шлангами, ничего не заменит, когда проходит хороший дождичек. Все-таки почву он смачивает хорошо, почва напивается. И давай плодить нам все фрукты, овощи и все, что мы в нее посадили. Вот так вот. Вот такой получается. Всю процедуру, не знаю, не буду, наверное, вам заснимать. Видите, какой красивенький. Он абсолютно сухой. Почему я так долго сушу? Я не люблю закладывать мокрый в морозилку, в морозильную камеру. Он потом, знаете, вот этим льдом покрывается. Поэтому я максимально его просушиваю, вот даже немножко до степени увядания. Вот. А потом уже его режу и закладываю на хранение. Так мне больше нравится. Ой. Потерь после этой весны, после этой зимы в огороде тоже очень много. Но это сниму отдельное видео. Много хвойных подгорело в этом году. Поэтому год такой, знаете, оторви и выбрось, что называется. Мало того, что у нас просто потери и в семье, так еще и на огороде, в саду. Голубика, девочки, моя любимая голубика, которую я холю и лелею каждый год. В общем, с мужем решили всю ее выкопать, потому что вот эти весенние заморозки ее окончательно, возвратные заморозки ее окончательно погубили. Все будем выкапывать. Приняли такое решение. Эти кусты выкопать и выбросить. Ну, остатки от этих кусочков осталось. А новые посадить. Потому что вот так не люблю я вот это выхаживание. Всегда это хуже получится. Даже, знаете, грецкий орех и то подмерз. И хорошо подмерз. Был все хорошо. Вот эти почки. Все было все прекрасно. Заморозки в мае. Даже там не заморозки, а морозы хорошие стояли. И все. Ну все, дальше включусь, покажу, как буду по пакетикам раскладывать. Ну вот и все. Буду раскладывать вот такие зип-пакетики, зип-застежкой. Заказываю их на плей-маркетах, можно и в магазинах. Просто на плей-маркетах они немножко подешевле. Очень удобно. Здесь идет полоска, где я обязательно подписываю, что и какого года. Потому что когда замораживается, не всегда понятно, какая там зелень. Укроп 2024 год, потому что иногда остается с прошлого года, и просто ты знаешь, видишь погоду, какой пакетик быстрее в пищу употребить. Вот, очень удобная застежечка, застегнули, расстегнули, не надо ничего завязывать. Они разные, эта емкость 1 литр. Очень мне нравится, удобные, хорошо с ними работать, замораживается в них отлично. Так что вот, видите, в мае уже у меня первые заготовочки. Много не закладываю, но тут как раз у меня вот на 2 пакетика выйдет. Так, распределяю хорошо. Отжимаю воздух. Все. И застежечкой застегиваю. Все. Вот в таком виде уходит у меня в морозильную камеру. Что удобно, очень, очень удобные пакеты. Они мне нравятся с красными. Они с разными вот этими полосками есть. Зип-застежки разного цвета. Ну, так как у меня красный цвет мой любимый,
Надо, кстати, заказать. Это у меня еще остатки с прошлого года. В этом году не заказывала. Сейчас начнутся заготовки, и эти пакетики будут дорожать. Это уже 100%, не один год проверено. Так что, друзья, как там у вас, как в ваших краях с погодой? У нас, вот я говорю, в Ленинградской области просто аномально жаркая погода, аномально. Я такого не припомню, чтобы мы в мае 30 градусов жары и вообще не было дождя. Так, плохо выпустила воздух. Выпускается и застегивается. Все, вот эти два сейчас пойдут в морозилочку. Вот так. Первые заготовочки мои.